В рамках председательства Азербайджана в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже состоялось очередное пленарное заседание группы движения неприсоединения при этой организации. Постоянный представитель посол Элиман Абдуллаев проинформировал о глобальной деятельности Азербайджана как председателя движения неприсоединения и о проводимой группой движения при ЮНЕСКО работе. Касаясь значимости выдвинутой Азербайджаном инициативы «Мир во имя культуры», президент Генеральной конференции ЮНЕСКО Сантьяго Расабал Муран отметил существующие в мире проблемы, призвал посредством диалога и совместными усилиями стремиться к их решению. На заседании обсуждались вопросы ликвидации неграмотности, негативных последствий пандемии, борьбы с фейк-ньюс и языком вражды. Также рассматривались вопросы защиты культурного наследия, усиления борьбы с незаконным ввозом и вывозом культурных ценностей.